Ай, не смейся, брат, я песню тебе хочу спеть. На Кавказе есть гора, там растет кукуруза. Эту кукурузу я буду жарить для тебя. Ля-ля-пи, ля-ля-пи, сурика-урика, ля-ля-пи. Гамарджоба гина цвали. Взял кочерышку и погнали. Друзья, всем привет, с вами одесский Липован, да. Что там дальше, я уже забыл с этими очками. Привет, мои хорошие. А, Ёшкинко, давай по-другому. Где там кукурузу и погнали, да? Друзья, всем привет. Друзья, всем привет, с вами одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Нет, что-то я перепутал опять, короче. Друзья, всем привет, да? Да все ты правильно сделал. Не-не. Одел этот самый... Да, и у меня сбивается рот. Слушайте. Друзья, всем привет, с вами одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Нет, не то. Подожди. Как я делаю рукой? Друзья, всем привет, с вами одесский Липован. Друзья, всем привет, с вами одесский Липован. Сними нос, и сразу же пойдет. Я тебе говорю. Давай. Ё-моё. Ху! Че, голоса нет? Волан на морд вообще. Помолчи. Что ты матюкаешься? Короче, друзьяки, всем привет, с вами одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, покачну в каждый дом, понял? Эх ты шо, елки-палки, сказочный продукт. Марас привоза пришел, всю привоз, всю кукурузу там нашел. А как в Одессе говорят, знаешь? Не знаю. Пшенка. Хорошо. Это сразу, ты как покупал, пшенка или мошонка, или кукурузка? Кукурузка. Ай, ладно, давай. Понеслась. Сегодня исполним такое блюдо, что обалдеете. Короче, на самом деле, что я хотел сказать. Фу, ёшкин кот. Да, я-то сниму. Фурик оставлю, а усы еще пригодятся. Что я хотел сказать. Сегодня покажу вам, ребята, почти собственноручно выдуманный рецепт. Ну, работает так, что хочется есть его прямо с волосней и кочерышкой. Но этого я вам делать не рекомендую, так что смотрите, что я сегодня бахну, короче. Хотел сказать дальше, но оставайтесь на канале, подписывайтесь, короче, получайте заряд хорошего черноморского настроения. И таки да, поехали, если есть кукуруза, повторишь за Липованом, скажешь, братик, спасибо. Правильно? Да. А ты что повторяешь? Ладно, я с Маратом позавчера в караоке первое место взял. Да уже петь пора бы тебе отойти от этого караоке, Сережа. Эх, может яйцо погонять? Погоняй. Хорошо. Катюня? Ёшкин кот. Сергуня? Ты что, вот это да. Марат, иди хоть поздоровайся, а то все думают, что я как будто бы тронулся мозгами и сам с собой разговариваю. Марат? Всем привет, салом. Салют. Ты видишь, сегодня ляганчик у нас не для плова? Ага. Ага. А для кукурузы? Сказочная красота. Короче, объясняю, рецепт простой. Можно жарить его и без гриля. Но у меня есть гриль, почему бы и нет. Что я еще хотел сказать? Василич, Александр Васильевич Галушко, говорит, что вот так вот кукурузу, когда запекаешь на огне, называется по-цыгански. Ну, я там чуть-чуть доработал, сделал по-цыгански или по-вански. Так что, смотрите, есть маленький лайфхак, который сделает из этой кукурузы таки шедевр. Ни капли воды, Марат. Вообще ни капли, но с нее таки прекрасно будет течь. Угу. Я вот это, когда этот рецепт выдумал пару дней тому назад, ну, хожу домой, взял пару кукуруз в карман и положил, короче. Иду, захожу в лифт, и я аж испугался. Думал, что, короче, обмочился, понял? А она вот так вот раз и потекла, короче, и сделала мне неприятности. Ну, как это? Ну, было очень вкусно. Что, понеслась? Поджигай. Есть. Есть. Слышишь? Автоматика. Все. Все конфорки заговорили. Сразу ее укладываем просто так, как будто бы обыкновенно. Серега, а на какой температуре? Сейчас я начну с большой. Буквально догоню градусов до 200 и дам по минималкам. А дальше следи за руками. И персик мне положи. Кого? Персик. Не понял. Вот как банан мы ели тогда, когда пробовали, а нам написали, что можно персики и ананасы. Вот там Марат персики принес, положи персики. Ай, хочешь жареный персик? Да. То я тебя отжарю и без персика, все будет нормально. Марату смешно стало, понятно. Так, кукурузка. А сколько здесь кочанов, я даже не читал. 20. 20? 20 должно быть. Ёшкин кот, ну хватит, короче, да? О, уже чувствуется тепло. Ты мне смотри, фильмоскоп не перегрей, потому что нечем будет снимать. Хорошо, закрывай. Ёшкин кот, все, накрываю. Ребята, буквально чуть-чуть, короче, засекай время. Сабер красавец, да? Угу.
Это я его потихонечку надрачиваю к хорошему кусочку мяса. Начинаю, а завтра поедем с тобой за мясом. Кукуруз. Давай. Давай. Ребята, не за горами я будет. Я тебе пообещала подарок. Вот такой кусок. Да там уже полмира за этот подарок скинули, селки-палки. Я не скидываться собираюсь. Ребята, спасибо огромное. Я согласилась на привоз поехать. А скидываться это... А, понимаете, чего я на привоз редко случаюсь? Потому что с ней хрен договоришься. У меня сегодня есть кукуруза в ассортименте, так что договорюсь, все будет нормально. Снимаешь? Снимаю, Сережа. Оператор, снимай, смотри, какие ребята. А я сейчас скажу, короче, вот так вот Марат стоит на привозе сегодня, покупает кукурузу, а ему по плечу хлопают, говорят, а ты что, к Липовану едешь? Он говорит, таки да, ну садись, мы тебя подвезем. Ребята тоже, кстати, к нам ехали. Море устриц, да? Да, море устриц. Ёшкин кот, Влад, Илья, ты что, не человек, а талант, вы сейчас увидите, за что я говорю. Короче, кому интересны деликатесы, на самом деле, французские, да, в Одессе, я правильно говорю? В Одессе и по всей Украине доставляем. В Одессе жил, купался в море, я черном хавал. Я устрицы, правильно? Иди сюда. Катюня, ты что, это такое, блин, просто мама дорогая. Ты вино подготовил, Сережка? Не обязательно. Вино? Ну, да. Все будет нормально, я тебе хотел сказать за другое. Не обязательно ехать во Францию, чтобы получить шикарное удовольствие. Ребята, у нас в Одессе все есть. А какие прохладные и приятные. Черный жемчуг, белый жемчуг. Это одинаковые. Короче, наверное, я одинаковые здесь лимоны, а устрицы все разные, поняла? Поняла. Так, это Сюдой, Финдеклер всем известный. Я когда в Дельмаре работал, знаешь, как я ими торговал? Финдеклером? Эх ты шо, да чем угодно, ну и Финдеклером тоже. Так, я долго тарабанить не буду, кому интересно, смотрите, короче, вот то, что я за Артурчика говорил, есть такие ребята, море устриц. Номер телефона оставляю, скажите, от Липована будет вам приятно, еще лимон в подарок дадут. А нет, так и договоритесь, может, что ты, как это, и здоровую устрицу положат. Что еще у вас по всей Украине катается, да? Да, отправляем по всей Украине, отправки делаем в термобоксах. Короче, вот, культурный и порядочный. Куда доставляем, куда новая почта ездит, туда и привезем. Все, а там кому интересен ассортимент и цены, я даже цен не знаю, так что договоритесь. И инстаграмчик оставлю под описанием видео. Ну что, давай... Я так понимаю, что ты привез, а Илья умеет, да? Да. Илья, а ну, давай, учи, короче, необразованных кушать красиво. Еще и ножик в подарок дали. Ну, я не знаю, устрицы можете с собой забрать, ракушки, а ножик мне оставить и пригодится. Все, шикардос, вскрывай. Давай, о, даже и ляган есть. Короче, пока жарится кукуруза, сейчас сделаем. А я знаю, что знаю. Что это, короче, природный афродезирак? Да, именно зирак. Зирак. Подожди, мы с тобой плохо готовим. Зирак, это у тебя зира, вот это вот, зирак. И зирак. Ты сейчас поймешь. Зирак. Мы с ним готовим плов. Ага. Афродезирак. Да. Правильно? Да. Марат. Это так что особенный сорт устриц. Ага. Слышишь, а мы плов еще не готовили с устрицами? Нет еще. Исполним. Я что хотел сказать, но у меня уже, короче, что-то зачесалось там ниже пояса. Катюня, сегодня кукуруза, сегодня афродизиак, сегодня у меня для тебя есть шикарный подарок. Ты сейчас увидишь, короче, мне кажется, это не для меня, это написано Одессе. Прервем съемки. Ты сейчас увидишь и поймешь, что это для тебя. Ребята, не пугайтесь. Она у меня в интересном положении. Ну не с такой же я жопой, Серега. Ёшкин кот, ты что? Как ее там? Она на стене. Подожди. Так и что тут? Слышишь? Мы вдвоем, блин. Марат, я хочу сказать, что сюда все кукурузины наши поместятся, понимаешь? Ну и две шикарные мадам. Вот это размер. Мне есть такая мадам интересная, специально, короче, пошила эти трусики. Для нашего интерьера. Говорит Липованчик, елки-палки, тебе туда несут там ретро-трусы, ретро-лифчики. А Одесса таки у нас девочка молодая, и вдруг она летом захотела сходить на Ибицу. И чтобы потихонечку не позориться, я пошила такие трусики. Смотри, еще и сзади карман есть. Опа, да. Катюшка. Примерить? Слышишь, запахло кукурузой. А ну ставь на паузу, идем померяем. Хорошо. А нет, дай пару устриц попробовать, елки-палки. На самое видное место. А вот на тете Соне кошелек. Тетя Соня. Вот так. Не, вот. Ну тут некрасиво, мы потом найдем им лучше. Че, это все будет нормально, елки-палки. Ты что? А если ты случился у нас в ресторане, не забывай на удачу, там, ну, кинь копеечку, пригодится, елки-палки. Еще вернешься, понял? Как вот это вот раньше была примета такая. Хотя она и до сих пор существует. Пошли уже, ох ты. Ты что, уже открыл? Нет еще? Ёшкин кот. Красивая какая. А их там с разными соусами едят, короче, я не знаю, с какими именно. Но я приготовил, у нас тут есть что угодно.
А вообще, как мы с тобой ели, просто лимончиком взбрызнул. Угу. Ох, какие огромные эти посыпки. Вот это просто, чтоб... Это что за лапки? По размеру отличаются. Ага. Вот. Это большие. Это размер 2.0, да? Да, это самые большие, которые есть. Слышь, а вот, по сравнению с Финдеклером, который номер 3, но это то, что... Финдеклер — это всем известные... Да. Ага. Вот. Да ты шо, ёлки-палки. Вот детёныш. Хорошие. Ребята, они такие богатые. Насколько мне память не изменяет, на 100 грамм 72 калории всего в устрице. Я не в курсе, сколько я там тебе калорий. Расскажу. Тут помимо всех этих там даров моря, я там говорю за эти все минералы. Ну, и... ну да, полезное. Очень полезное. А я еще хочу, может мне голос вернуть. А? Ну давай, открывай и попробуй, пока я кукурузу переворачиваю. Смотри, как он быстро открыл. Маэстро, ты... я же тебе говорил. Красиво. Смотри, весь жемчуг, что есть, это для Катюшки. Мне вина налейте сначала, Сережка. А, сейчас сделаю. Какое, розовое хорошее? Белого, пожалуйста. Пиногриджо. Договорились. Что, это уже можно есть? Да. Стой, подожди, а сейчас у меня есть ножик. Хороший Марат подарил. Опача. Рекомендуем вообще всем просто с лимончиком. Чем их запекать или так далее. Да не я надо. Давай я первый буду. Давай, ты у нее будешь первый, Сережка. Ей повезло. Ребята, будьте нам здоровы и имейте такие желания отведать деликатес. Шлепать ты зачем так губами? Так правильно, да. Бесподобно, слышишь? Как будто бы я у Нептуна лизнул там в одном месте. Настолько ароматный вкус. Открывать дальше. Катя, слышишь, ставно... Стану на паузу. Пошли трусы мерить. Пойдем. Марат, ёшкин кот, чуть с тобой не поженился. Катюня, слышь, там пока ребята... О, слышь, голос пробивается потихонечку. Да? Там пока ребята раздевают, да, и делают нам вот такой себе банкет. Устричный. Прошло, я не знаю, сколько, наверное, меньше 5 минут, а может быть 5, и кукурузу мы уже переворачиваем. Вот до такого красивого состояния. Короче, в чем прикол? Угу. Мы сейчас... В кукурузе. А как это? Ну, наверное, кипятим ее влагу, то, что она имеет, понимаешь? Угу. Доводим ее до горячего состояния. Пожалуйста. Все, пока-пока. Пока. Ага. Это девочки, ребята там с Николаева приехали. Да я знаю, что все нормально у нас. Это как это... Не зарастет, ладно, не зарастет соки, тропа. Соки кукурузные ты сохраняешь внутри. Что-то там на меня охотится? Угу. Ну, Марат правильно подсказывает. Я по-простому говорю, короче. Закипятил кукурузу и завернул. А Марат говорит, соки, да. Сейчас мы ее нагреем. И после этого, когда чуть-чуть попечем, замотаем ее в фольгу. Кину ее на этаж, полежит минут там 5, может быть 7. И пока мы закончим с устрицами, вы увидите, что у нас получится с этой кукурузой. Кукурузой, правильно, брат? Кукуруза, говорят. Это он уже хочет бегом кушать эти самые устрицы, наверное. Так ты еще не попробовал, ты вина себе попросила? Сейчас я пойду попрошу. Давай. Ты же меня не отпускаешь. Ладно, пойди, сходи. Пойду. И мне принеси чего-то. Ребята, лайфхаки, как вы узнаете, выбрать свежую устрицу. Посмотри сюда. Да, лайфхак. Катюша. Вот, если устрица живая, вот, есть два метода. Первое, это любым предметом просто дотронуться до коронки устрицы. То есть, и она будет реагировать обязательно на касание. Оп, видите, уменьшилась. Оп, оп. Ёшкинка. Вот, она туда залазит внутрь, получается, и прячется. Это значит, что устрица живая. Второй метод, ну это уже отреагировало, можем на другой показать. Вот. Это взять лимончика или любую другую кислоту, туда капаешь, получается, и устрица точно так же реагирует. То есть мышца сжимается, это значит то, что устрица живая, а живая это значит то, что съедобное. Все, 100%. Потому что многие переживают и боятся, что только живые. Ребята, только живые. И что, они вот так вот по всей Украине едут и доезжают живыми? Да, доезжают, но они же по Украине это еще ладно, там они денек идут Новой почты, они с Франции значительно дольше идут, и все с ними отлично. Они у нас живут в передержках, вот, мы там создаем специальные условия, повторяем, получается, свойства воды, в которой они были выращены, угу. Вот, проверяем там на аммоний, на аммиак, соли обязательно. Короче, вы серьезно подошли, поэтому... Да, это целая система, то есть устрицы живут.
там они не выживают, они отлично себя живут, даже лучше, чем в своих водоемах. Да, но они не залеживаются. То есть мы получили, и примерно раз в неделю обновляется... Ну скажи мне, а Украина любит и имеет аппетит, да, к этому конечно, продукту? Да, конечно, люди уже очень любят. Ребята, занимайте очередь. Да, люди привыкли, люди уже знают это все дело. Вот. Все, короче, это для нас деликатес не новый, а у вас он есть. Да. Порядочек, давай бомби дальше, скоро будем есть. Ох ты, морячка. Короче, кто-то двое за рулем, я так понимаю, я и Влад, наверное. Пожалуйста. Вкусно? Очень. Она, я даже не пробовал, она мне отвязала попробовать, я говорю, да я у тебя уже брал. А вы тебя тоже у нее брали? Маратик, а ты видел, что нам тебя прислали? Да, я уже понял. Вот такой красавчик, почти с тебя ростом, елки-палки. Ты что, вот такой усатый повар, теперь он будет занимать почетное место. Даже когда я буду снимать без тебя. Да, понял? Я всегда буду с тобой. Понял. Ты еще решил покрутить, Сережка? Аромат какой. Там на бочок можно. А мне нравится, когда она чуть-чуть коричневая там получается. Внутри? Ну да. Хорошо, для тебя сделаю. Well done. А как бы ты ее ни сделал, даже если она сгорит и будет вроде бы как будто бы такая в неглиже, фольга с ней делает чудеса. И потом вот эти вот черные бубочки, сикая красивая уже, становятся опять сочные. Слушай, я понял, у меня талант. Да. Это по аналогии... Ты только понял? Как я опеканку готовил и шкару. Помнишь, из карася последнюю? Когда я карася выжарил в хлам, а потом вернул его обратно в томатик. Угу. И вот эти вот сухарики опять налились влагой. Да ты что, порядок, елки-палки. Это другая коробочка, Сережка. Катюшка, это уже конкретно для тебя. Мадам на самом деле очень интересная, удивительная одесситка. Там кому интересно, я ссылочку оставлю. У человека есть YouTube-канал. Даже если ты не знал, как это, в чем ты бегаешь и как это делается, такие интересно, заходи, особенно девочкам. Я не думаю, надо мое там... нижнее белье тут показывать на весь мир, раз там написано Катюни. Тогда я покажу. Можно? Ну, покажи. Короче, ссылку на канал ютубчик я оставлю под описанием, переходите, на самом деле кайфанете. Вот такая, как липован, только в женском обличии, понимаешь? Я карася жарю, а она, короче, трусы шлепает. Пишите комментарии, говорите от липована, ей таки будет приятно. Ну, а вам, в свою очередь, целую ваши нежные ручки, вы у нас таки молодец. А вот век на лодке не кататься, такое исполнили. Катюня. Вот это сегодня выпуск, елки-палки. Кукуруза, афродизиак, труселя, короче. Ты шо? Скажи, так это только тебе пошили или это она занимается всем людям шьет? Ну я так понимаю, что можно купить. Ёшкин кот. До меня дошло. А ну. Сегодня французский выпуск, да? Понимаешь? Французские устрицы. Французская мода труселей, короче. И французская кукуруза, походу. И... Липованская. Да, я думаю, что если как это, Липован с цыганами поженить, то получится хорошие французы. По-любому. Катюня. Проблема в том, что ракушка сыпется и превращается... Скажи мне, а как это называется? Трусики. Да я понял, что ты что, эти из меня делаешь, мама дорогая, кого? Бантик. Бижутерия? Нет, нет. Навесной вот это вот, как это? Фурнитура. Фурнитура, да? Хорошая? Французская. Это самое главное, что чистая. Ну, а что ж ты хочешь? Все, давай, я это убираю. Ты же там меня звал примерить пойти. Вот эти леопардовые. Угу, хорошо. Все, там ребята что-то за высокое говорят. Ну, супер. Или запекают там с какими-то сырами или с чем-то подобным. То есть два способа открытия. Ну, основных. Это первое, это вот так вот засовывается сюда. Угу. Нож, получается, под вот эту узкую часть. А второе, это устрица вот так делится на четыре части, находится вот эта вот часть, получается, правая верхняя, если смотреть с узкого места. Да, вот она. Угу. И вот сюда втыкается прямо нож, и вот так. То есть основных метода два открытия. Ой. А, и так, когда у тебя хороший сверху, нож, да. И вот сверху. Да, в принципе, можно открыть обычным любым ножом кухонным. Главное, чтобы он был короткий, не керамический. Любой металлический нож, который может провернуться, отлично справляется. То есть это уже кому-то интересно. Такие да, ножи. Ребята, не надо придумывать велосипед, уже давно придумали специальный нож для устрицы. Я лично, вот я лично таким ножом вообще не могу открывать.
Вот, да? И да, я пытался, у меня не получается. Я себе, когда там периодически беру устрицы, я открываю только кухонным ножом. Ага. Маленький, ну, у меня есть такой короткий наловчился. Нож. Да, мне значительно удобнее, потому что он тоненький. Ну вот, а Илье, например, значительно удобнее таким открывать. Хорошо. Каждому свое. Я хотел сказать, что, ребята, самое главное, молотком не открывайте, потому что если побьете ракушку, то можете поцарапать себе горло. И тогда вам петь точно не грозит. Слышь, а жемчужины попадаются? Мне должна попасть. Один раз был такой случай, что попалось. Мне в мидии всегда попадаются. Катюшки в мидии, да, маленькие попадаются. Это разные устрицы. То есть вот эти устрицы, они выращены на фермах. Для еды. Да, для еды. Поэтому тут жемчужин почти не бывает. То есть вот у нас за все время работы, из там сотен тысяч устриц, одна жемчужина попалась у клиента, и все. Илья, дай я разок попробую тоже. Какую? Вот такую? Пожалуйста. Короче, беру. Прижимаю, да? Аккуратно, чтобы... И вот сюда загоняю где-то? Или подсказывай мне? Смотрите, вот да. Здесь находится ножка, еще раз. Вот. Да, 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 да. Вот она, плюс-минус, ага, в этом месте. Эту ножку нужно подрезать. Но аккуратно, потому что нож может соскочить. Сейчас. Ты впервые это делаешь, Сереж? Да. Боишься? Да нет. Не бойся. Проворачивать не нужно. Угу. Вот так вот делаешь, да? Да, и подрезается ножка. Ляп. У тебя вся жидкость вытекла. А это ничего страшного. Многие, короче, ее вообще сливают. Ребята, ничего сложного. Подрезал ножку? В открытии устриц? Нет. Ножку не до конца я дорезал, но вот так вот. Опача. И шо, водичка-то полезная какая, елки-палки. У меня слюни текут. Не у тебя одной. Что там, Яша ванны принимает? Да, да, да. Маратик, когда нам вчера люди проходили, девочки, говорят, а хотите, мы вам попугая подгоним? А мы говорим, чего нет? Короче, нам еще одного попугая принесут, волнистого. Может, тот заговорит? Тот запоет, точно. Ты шо, смотри, он в этот тазик залез? Ё-моё! Ай, петух прямо. Не, очень любит купаться и канарейки, и наш. Да, Сережка, давай уже домик ему побольше найдем. Так а где таких домов и нет? Это может у кого-то валяется, так я еще раз скажу, ребята, если есть там какая-то огромная клетка, и вдруг не надо, так и присылайте ему ее здесь на самое видное место. Вывесим. Яшка. И тогда мы ему точно, короче, Сару найдем. Ну что ты смеешься? Яша без Сары, знаешь, это как... Марат без... Как кукуруза без устриц, елки-палки. Ребзя, вы помните, короче, что мы ходили по базару и искали страшные помидоры? Так я вам хочу сказать другое, они нас сами нашли. Короче, заехала такая, опять же, мадам. Вот Одесса удивительная, да? Очень удивительная. Женщина многогранная. Мужчины какие, ой, с какими помидорами здесь мужчины, вы не знаете. Так вы узнаете, смотри. С какими же вы помидорами мужчины? Да с вот такими, корявые. Вот это то, что я мечтал. Такое на базаре не найдешь, а если найдешь, то очень редко. Но не бывает вкусные помидоры, похожие друг на друга, елки-палки. Посмотри, все разные. Здесь сортов столько. Маратик, вот это помидора называется бычье сердце, видишь? Помню. Смотри. Бабушки это... росла. Ага. Ну, походу, не только у твоей бабушки, еще у бабушки Фиделя Кастро, потому что это любимые помидоры Фиделя Кастро. Оператор? Вот я возьму, короче, устрицу, вот эту помидору и кукурузину, и пойдем ты, и пойдем труселя эти мерить. Да? Во. Ты шо, шикардос, ты посмотри, какие они разные, какие хочешь. А вот это мы одну такую попробовали, ты не понимаешь. Ну, я понимаю. Я тебе расскажу, что... Он угостит, Марат. Это бесподобно. Помидора, короче, вот в этой помидоре я больше чем уверен, что все мишленовские рестораны работают, понимаешь, с такого качества продуктами. Потому что здесь начинается с кислинки, потом вкус уходит в середину, и вот эта сладкая жопа сладкая, не да. дает тебе покоя по ночам. Ну просто это прелесть. Надо же столько вкусов в одном фрукте собралось. Это даже тяжело овощем назвать. Елки-палки. Они вкуснее абрикос. Катюня, смотри сюда. А некоторые говорят, что это ягода. Смотри. Это белый жемчуг. Белый жемчуг. Угу. А это не устриц случайно? Ребята, она слышишь? Сладкая, она сладкая, сахарная. А вот есть и жемчуг, черри. А это черный. А ну давай подкинем в одну большую, понял? Угу. Сейчас сделаем, что мы жемчуг нашли. Понял? Только никому не говорите. Смотри. Хюпс тудей, блин.
фантазер, ты меня называла. Так, за это надо выпить. Ну, чуть-чуть попозже. Шикардос. Да я уже кушать вот это хочу. Облизывать. Что ты со своей лизалкой мне покоя не даешь. Все будет нормально, у тебя не переживай, дай ребятам чуть-чуть их всех вскрыть. Не, ну я обалдею тут, смотри. Черри всевозможные. Какой-то есть старинный рецепт, где-то нам рассказывали, какая, если не ошибаюсь, вот это помидора и вот это. Человек гоняется, короче, по деревням, по бабушкам и выискивает старые сорта микадо, да-да-да. Так что, если есть у вас сорта микадо, можете присылать, мы передадим Леночке. А мы к ней в гости поедем. Обязательно. Там у нее такие плантации и все за помидоры, понимаешь? Ой, боже мой, даже не знаю, хочу, что будем сразу салат делать или как? Или поедим руками? Поедим руками, Сережка. Я сегодня все буду руками есть. Да, и лизать, как ты говоришь. Так, ты про кукурузу не забыл? Нет, я не забыл, и уже пора. Смотри, ребята, короче, я тебе говорю, началось, понеслось. А, какую? Любую? Вот так вот взял. Фольгой аккуратно завернул. Все, много не надо. И вот так вот по чуть-чуть отправляем на этаж. Илюха, что у тебя там, долго еще ковыряться? Нет. Давай, еще минут 10, короче, и будем есть. Как люди. Вот это деликатесы в Одессе, да? Кукуруза, устрицы. И Марат Слепован. И я за другое хотел сказать, что, блин, с таким набором, короче, еды, походу, карась лишний. Вот никогда не подумала, что, как это из твоих уст такое услышать, Сережка, карась лишний. Да я пошутил. Ненадолго подарит прибой. Море, возьми меня, дай мне. Мы с тобой дай. Уже померили, может, ты меня уже покормишь в конце концов? Так я уже готов. Давай. Короче, кукуруза, смотри, как выглядит. Та-да-да-дан-да-дан. Все, уже на выключенном гриле она просто доходит. Короче, пусть отдохнет, как хороший кусочек мяса. Правильно? А еще раз скажи, как ты говоришь, пусть. Отдохнет. Что сделает? Отдохнет. Что сделает? Отдохнет. Вы представляете? Послушайте умного усатого человека. И мне говорит, что это правильно. Это правильно. Это таки правильно. Отдыхнет? Это по-одесски. Ой, Марат, по-одесски. Не знаю. Я это даже, наверное, хорошо. Отдыхнет, так отдыхнет. Свой язык. Ребята, ну что, давайте сосать ваши ракушки, елки-палки. Ну это пипец ты какой-то. Я сосал, теперь ты уже. Ты что? Ну уже на, мне... давай ты тогда соси. Уже мне пора. Смотри, сосать. Какой ешкин кот. Катюша, тебе бокал вина. Угу. И вот эту вот гигантеллу. Спасибо. Марата угости, я уж подожду. Я поменьше, я не всосу огромное. А ты себя недооцениваешь? Они же такие вкусные, что вот это просто как называется? Бесподобно. Так, это, сейчас я вам скажу, это белый жемчуг. А, там классное, у тебя да. Написано. Ты больше не, как это, ешь, не пробуя, потому что весь сок вытекает. Лимончик хочу, лимончик. Хочешь, давай. Ребята, будьте нам здоровенькие, имейте такие шикарный аппетит. Как вот эти устрицы. Итальянская вкусняшка. Неблагодарное дело вот это быть оператором. Сегодня я непокорная, Сережка, поэтому буду бурчать. И как у тебя хорошо сосется? А, ты мне предлагаешь пососать? Один ножик. Ножик где-то у ребят. Наверное, уже забрали. Дорезана у меня. Не-не-не, а сладкая какая. Песня? Класс. У тебя весь нос. Ну, так положено. В жемчуге. Так, я кладу вот этот. А я попробую жемчужинку. Да ты что? Чтоб зубы мои не треснули. Офигенно. Вкусненько. А вот и пепельница. Да тут столько пепельниц торговать можно на Дерибасовской. Так, ставлю на паузу. Короче, мы еще не прощаемся. Сейчас заглянем, что у нас получилось в кукурузе. Мы же с нее начали. Вот ею и закончим. Ребята. Прошу за стол. Табаско, а острое кто-то любит из вас, нет? Сирача тоже можно вместо табаско. Да не надо людям портить вкус. Не, у меня просто есть такие соуса, что там не, не, не соглашайтесь да. На него. Просто у него не острое, а у него вырви глаз. Я сам обожаю острое. Иди капельку попробуй. Я боюсь, что сейчас будет. Да не, каплю. У нас друг как-то с Америки, помнишь? Да. Привез, как его? Джерки, да, называется? Да, мясо. Я вот смотри, тебе буквально каплю.
кап и все, держи. Ты мне устрицы, а я тебе соус. Ну, по-братски. Ну, сейчас попробую. Пробуй. Добавляй лимончик. А я возьму, короче, где самое сочное, мощное, вот это вот, и крем бальзамический. Я ж тут соусов приготовил, там тебе и сирача, короче, и все это. Ну, на самом деле, оно все лишнее. Да, ляпни. Все, порядочек. Ну, вот этот крем дебальзамик очень интересный. Да ты шо? И как? Острый. Нормально? Угу. Ну, остренький. Не, он именно хороший такой, классный. Съедобный, то, что доктор прописал. Что-то мне напоминает, но не могу понять, что. Он напоминает тебе... Табаско. Это, кстати, ну, что-то почти. Не по-табаско. Каролина Риппер в чистом виде, короче. Угу. Хороший, есть можно, да? Я такое люблю. А Катюшка меня ругает, что я его всем предлагаю. Не, классно. Его таки надо понимать. Да. Когда качаются фонарики ночные, и темной улице опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Бить. А, горячая. Катюня. Ты бы в ляган выкладывал. Да подожди ты. А, горячая. Короче, на что горячая будет час. Да, Маратик? Ёшкин кот, давай я всю... Не достаю. Какую? Любую? Давай любую. Боже, какой он хорошенький. Ты когда уже с Маратом успокоишься, я тебя немножечко верну, мы снимаем за кукурузу. Поняла? Не, да, не слышу ответа. Поняла. О, а. Смотри мне. Идёшь, да я же хочу показать людям, давай, в чем вообще давай, именно давай. Прикол вот этой всей этой движухи, понимаешь? Угу. Смотри, какая стала мокрая и волосня. Во-первых, она удобно снимается теперь. Не, я не могу это трогать голыми как руками. Как раз бы я рассматривала Марата керамического, она бы чуть-чуть остыла. Смотри, как банан. Ёшкин кот. Давай, сникерс липованский. Сейчас я немножечко почищу, поухаживаю за ребятами. Смотри, какая она одна красивая, мокрая другой. Становится, елки-палки. И не пережарил. Короче, кукуруза сварила сама себя. Я же хочу, чтобы было красиво еще, помимо того, что вкусно. Сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять человек, да? Угу. Вот я сейчас пять почищу. О, уже шесть. Хватит. Валера на кукурузу. А с чем ты? Как всегда. Это дети. А, я понял. А устриц ему не досталось? Валерочка пролетел. Так мы дадим адрес, ребята, они ему устроят. А он там устроит кому-то дальше. О, вот такие самые вкусные, ты знаешь? Катюша, она любая вкусная на самом деле. Да, но вот это поджаренное. То, что доктор прописал. Помощничек случился. Что? Катюня, всё. Достойное место. Отлично. Конкурс «Золушка» продолжается. Пришел, померил, если сели идеально, в них и ушел. Понял? Но свои оставишь здесь. Главное, чтобы чистые были. Так, что там, кукуруза? И уже или руки привыкли. Или я наловчился. Маратик, какая влажная и горячая. Ё-моё. Всё. Давай еще одну и все. Та-дань. Ага, лети кукурузку вашу. Все, теперь точно все. Давай, бери. Вот так вот посыпаем. Ребята, идите угощайтесь. Давайте. С меня для вас кукуруза. Не устрицы, конечно. Да. Но тоже съедобная. Да. Бери любую, она горячая. Там хочешь маслом натираю ее, хочешь, не знаю, там каким любым соусом, но это таки праздник. Тебе таким помазать, не? Нет. Катюшка будет гореть. Что он говорит? С этим самым маслом хочу перемешать. Так сходи за маслом, ты знаешь, где ее взять. Класс. Бесподобно. Вот.
если бы сейчас море работало, я бы пошел торговать. Валерочка, так и здрасте, я забыл с собой поздороваться. А что ты сегодня в этом зимнем брыле? А потому что я за кукурузу сегодня исполняю. Ты такое видел, Сереж? Чтоб Марат вот так вот ел? Нет. Я вообще не видела, чтобы кто-то так ел. Ёшкин кот. А кто вас так научил? Жизнь. Слышишь? А дальше как цыпленок? Да. Клевать или руками, или вилкой? С маслечком, с солью. Спасибо огромное. Что это, пончик? Попробуй. С меня для тебя кукуруза. И будете вилочкой кушать? Спасибо, Валера. Я теперь понял, как она в банках появляется. Мне все было интересно, как же они ее чистят от кочерыжки. Консервированная. Думаю, есть специальные такие... Но не жареные, Серега, 100%. Специальные, которыми... Это у нас сегодня жареная, пареная, вареная и под устрицы поданная кукуруза. Леночка, можно ложечку или вилочку? Дайте попробовать. Серега, оно растает. Валера говорит, дайте попробовать. Не, растает у Марата масло. Ага. Смотри, 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 пошло кувыркаться. Елки-палки. Где солька? Вот это, да. Ну, Марат, конечно... Не, ну так только евреи едят, ты понимаешь, как интересно. Что я вот возьму его сейчас. Ты знаешь, Сережа, он хорошо придумал. Евреи все не так, как у людей, понимаешь? И вы всегда так дома делаете? Да, только масло должно быть немножко уже растаявшее. Офигеть. Ну, ничего. Тут, походу, лайфхак. А можно кусочек масла за щеку кинуть, понял? С одной стороны, а с другой стороны кукурузу подавать. Что? Принеси еще одну тарелочку, у меня так сделай. Сразу по толчок? Потом катим. Так тоже ничего, да, по старинке? Да. Попробуй же мне кукурузку. Попробуй. Сейчас. Да, Валера, пойдите возьмите уже себе кукурузку. Да? Ну, конечно, вон там же на всех хватит. Здесь все свои, всем можно. Я что хотел сказать, мы тут бегали-прыгали возле этих устриц, а кукуруза всех угомонила, ты понял? Все, приземлились, отдохнули. Ребята, вам спасибо огромное, что случились. Вам, да. Кукуруза супер. Влад говорит, первая кукуруза у него в этом году. Да, первая кукуруза. Как и у меня устрицы, так что боженька свел и аккуратно поделил, да. Друзьяки, от всей души, с хорошим настроением, без голоса, но это временно. Как это? И это мы переживем. Для вас шмалял кукурузу, кстати, бомбить его так вот, и вы таки поймете, что варить ее не надо, понимаешь? Во-первых, быстро, экономно. И таки приятного аппетита. Фух, всем пока-пока. Чао.